Готов! Файт! Файт!
свобода. Где твоя королева? Королева? Это сделала она. Из-за нее Мидгард полон мертвецов. Не может быть. И я не хотел верить в это, госпожа, но ее надо найти. Где она? Точно не знаю. Но Рокстола Валькирс, если Совет Восьми снова соберется, может, она ответит на зов. Похоже, нужно отыскать других валькирий. Ты прав, но мы хотя бы знаем, где найти Сигрун. Но где остальных валькирий искать? В иных мирах. Отличная мысль, брат. Муспельхейм, Нифельхейм. Сигрун бы не колеблясь отправила своих валькирий за пределы Мидгарда. Подожди!
прошло путешествие в Йотунхейм? Не мешаем, будь другом, а? Малыш только что узнал, что он великан. Ну, не нужно его допрашивать. Брок, ты знал? О, мы знали, что Фэй последний страж, которого Йотуны оставили в Мидгарде. Поэтому мы сделали ей топор. Надеялись, он восстановит равновесие сил. После того, как Тор устроил бойню нашим молотом. Но, похоже, она выбрала другой путь. Она выбрала тебя. Вас обоих. Наверное, думала, что так великаны смогут выжить. А теперь, мне кажется, дело за вами. Ну надо же! С нами все это время был молодой Йотун, сын Лафей Справедливой. Я должен был догадаться. Чего изволите? Скорей. Береги себя. Нет, не довелось. О Лафей в Асгарде ходили только слухи. О великанше воительнице, сорвавшей множество планов асов. Она освобождала тех, кого они хотели поработить, кормила тех, кого они хотели уморить, и вообще досаждала им. Тор ужасно огорчался, что не мог с ней сразиться. Когда я попал в заточение, то мог лишь гадать, что с ней стало и кто она на самом деле. Тебя удивительное происхождение, парень. Полезен в моей работе. Размягчает даже само пространство. Волшебные двери, которые ты так любишь. Тут они переходят одна в другую, их и толкать не надо. Разбуди парочку, и сам увидишь. Путешествовать по Муспелю – плевое дело. Ну, если только тебя не поджать. Жарко. Но это что, снег? Пепел. Такой бывает от больших пожаров. Весь этот мир – великий пожар. Колыбель всего огня. А если верить легендам, то и колыбель солнца и звезд. А им можно верить? Мы же здесь, но мы не горим. Пока. Но понимаешь, вероятно, огонь здесь успел остыть с момента зарождения мира. В Нифльхейме сейчас тоже не так уж холодно. Такова природа вещей, крайности со временем умеряются. Огонь прогорает, люди седеют и стареют, отрубленные головы болтаются на поясе. Такова жизнь. Ну, ясно, Мимир.
сын. Здесь еще один. Тут сказано Сурт. Огненный великан? О да, собственной персоной. Бьет огненный меч. Легендарное оружие. Он сражается с Тором и Одином. Это прошлое или будущее? Это с какой стороны посмотреть? Что вам на этот раз нужно? Ладно. Слушай, слышишь голос? Снова эльф? Нет, не похоже. Доносится оттуда. Прямо за поворотом. Ой. Это огромный меч. Он спрашивает, готовы ли мы к тренировке. Врата закрыты. Приготовься, мальчик. Хорошо. Еще враги! Yeah!
и жуть, правда? Смотри, добыча! Было бы здорово найти какие-нибудь благовония. Запах серы мне уже так надоел. Он говорит, это испытание посложнее, чем то, что было раньше. Будь готов, мальчик. Готов. Снова Драуга. Срума! Другие стрелы! Тебе стреляют в спину! Готов, мальчик.
Пока нет! Сзади! Подожди! Значит, тут больше никто не живет? Жить тут могут одни огненные великаны. А пророчество гласит, что до Рагнарёка мы их не увидим. Еще один меч. Наверное, это следующее испытание. Вот и они. Я готов. Чуть-чуть.
Посмотри-ка. Вас в порядок. До встречи где-нибудь.